Случайный комментарий попадет в следующее видео. Он, я охранник, отлично, побежали. Так, определяем, где у нас чекпоинт. А пока что определение, какая нафиг дэшка. Пока что определение не удалось, а теперь мы вычислили. Чекпоинт находится у нас спереди. Да? Чекпоинт спереди? Вот он, чекпоинт. Нет, стоп, а как это так получилось? Если там у нас... А, все, понял. Чекпоинт у нас, да, вот здесь вот. Немножко не рассчитал, точнее, неправильно провел свои расчеты математические. Но теперь главное то, что мы на чекпоинте находимся. И залутаем, вот-вот-вот, все это залутаем. Так, что-то еще есть? О, ну, в принципе, у меня все, у меня уже 3 медицинских предметов. Ой, больше взять не могу. Какие у нас CCP, интересно, есть? Вот в чем вопрос. Пожалуйста, хоть бы не скромник. Вот скромников вообще не уважаю. Вот к скромникам уважение ноль. К печенькам вот уважение огромное. Потому что догнать меня не может обычно. Если я, конечно, не выдолбываюсь. Вот иногда я, конечно, бывает выдолбываюсь перед печенькой. Но если не выдолбываюсь, а нормально убегаю, то от печеньки обычно я маншу. Один лифт туда, обосрался. Охренеть. Жесть. Дэшка, беги. Дэшка. Нет, Дэшки. Дэшка свалила. Красава, Дэшка. Туда. Эту собаку. Собаку теперь я эту тоже не уважаю. Не, ладно, он меня убил. Он меня напугал до смерти. Это просто жесть. Чё-то SCP мне надоело на сегодня. Пойду посмотрю, что у нас там есть нового в магазине Стима. Так, популярные новинки. О, точно, я же добавлял эту игру в избранное. Так, ага, 9999, но у меня столько нет на балансе. Что же делать? Хочешь пополнить баланс Стима? Тебе поможет сайт Купи Код. Все очень просто. Первое, вводите свой логин. Авторизовываться и вводить пароль нигде не нужно. Второе, вводите сумму, на которую хотите пополнить в рублях или в тенге. Третье, вводите мой промокод HELLDOOR, снижаете комиссию на 2% и получаете самую выгодную комиссию на рынке. А перед пополнением советую авторизоваться через ВК или Telegram для того, чтобы получить 50 бонусных рублей и плюс 2% кэшбэка. Кстати, сейчас проводится розыгрыш. Можно выиграть игру Lords of the Fallen за пополнение Стима. Ссылка на сайт и промокод будут в описании. Научный сотрудник SCP-фонда сегодня я... Пистолет? Нет! Пистолет? Нет, карточка тут... О! Пистолет! Кто шиз? Я шиз? А может быть ты шиз? Ученый лох, я ненавижу ученых. За что? За что? За что это так? Ну, да вообще рапик как. Кто лох? Кто лох? А? Кто лох? Ты. Оп, агрессивные действия, оскорбления. Так, кто зайдет внутрь, я стреляю. Кто зайдет внутрь, я стреляю. Кто зайдет внутрь, я стреляю. Сразу говорю, все, до свидания. А у меня куча аптечек. Да, а у меня куча... Я прокачаюсь на оружие, которое наносит больше урона. И ты, мы с тобой поболтаем. Мы с тобой так поболтаем, ты офигеешь. Куча аптечек у него. Аптечки тебе не помогут. Опа. Опа. Чё, куда побежал? А куда это мы бежим? Странно, куда-то убегаем, непонятно куда. Мистер ученый, коллега, держите, это вам, коллега. Вот, коллега, снизу. Это вам, коллега. Забирайте. Что? А так, все, я побежал, до свидания. На выход, пошли, коллега, на выход. А кто выйдет за чекпоинт, будет расстрелян? Я что сказал? Связывай их. Опа! Кто это у нас тут? За мной молча, пошел быстро. Ладно. Охрана! Заберите дашку, перевяжите дашку. Все, опа, это нам? Это мне?
Это мне, хорошо. А, чувак открыл и просто убежал, говорит, берите. Ну ладно. Здесь у нас дедуля. Дедуля имеется, но дедуля это нормально, дедуля это хорошо. Надо, главное, чтобы не скромник. Там маска? Там маска? Да. Понял. Сейчас подготовимся к маске. Сейчас мы подготовимся к маске. И еще вот так вот, да. А что у нас в карманах маска? А что у нас в карманах маска? Чего ты хотел? Чего ты хотел взять? Чего ты там хотел взять? Не понял, что это. О, валим! Тут мячик! Валим. Все хорошо. Маску мы завалили. А, там охранник уже открыл. Я хотел охраннику открыть, чтобы у него синяя карта была, а у него уже, в принципе, есть чем открыть. Ну, маску мы завалили, еще у нас остался микрохит полностью заряженный. Это просто отлично. Генератор раз, генератор два. Обожаю, когда вот у компа спавнится сразу два генератора. Еще один. О, еще один коллега. Коллега, мы на выход идем все вместе. Вот он выход. Отлично. Так, в конец лифта встали и замерли. В конец лифта и замерли. Подожди, коллега, алло, коллега, давайте. Заходи. Заходи, он что-то лагает, у него, видимо, лагает. А, так что пойдем мы без него. Так, все, за мной пошли. Молча. О, чё? Здравствуйте, халдай. Здравствуйте. Здравствуйте, как дела? А вы правда Александр Второй? Да, я он и есть. А когда ты родился? Да забыл уже, память плохая. Ага, понятно, обманщик, короче. Тот, которым начал править. Лже-Александр Второй, короче. Мы выстрелим тобой из пушки. Хорош, как все. Все, сбегайте, дашки. 3, 2, 1. Бабуин. Так, это нам не надо? Ну ты бабуин. А у нас коп есть? Это мне. Кого тебе? Чё тебе? Нет, у нас есть дед. Чего тебе? Было. Так, это мы берем. Это мы ставим как? Давайте, не знаю, блин, как поставить. Давайте вот так вот, давайте, да, вот так вот поставлю. И можно валить обратно в комплекс. Кидай гранату, кидай, давай. Забирайте у него гранату, забирайте. О, еще подкрепление. Хорошо, чуваки. Ну, мне кажется, тут SCP вообще никак не победить. Тут, тем более у них маски больше нету, а маска достаточно сильная SCP. Так что им никак не победить. Два им печенька, у нас толпа огромная. Ну, отменят, скорее всего, отменят. А что, мы стой. Так, стой. А если не отменят, то SCP просто... Огонь! Огонь все, из всех стволов, давайте! И по всем, и по деду, и по печеньке! Дед, куда убежал? Так, ой, не попали? А, нет, нормально, дед по мне не попал. Куда убегаем? Боишься? Оно боится, нет, дед попал по мне. Хорошо, ой, сорян. Я через текстурку деда по тебе попал. Я не видел тебя. Он сейчас убежит, быстрее. Сейчас убежит, направо ушел. А там тупик, все, хорошо. Блин, все патроны на SCP потратили. На улицу, сейчас взорвется. На улицу, быстрее. Ну, могут, но у нас SCP не осталось, которые могут отменить. Зачем вызвал? Мы успеваем. А третьих, видимо, не комп, потому что объявлений не было. Так что третий SCP какой-то есть. Все, чуваки, походу победа фонда. Итак, ну-ка. А, нет, кто-то остался. Походу Дэшка. Дэшка. А, вон Дэшка. Все, победа фонда, чуваки. Победа фонда, ура! Микрохит разряжает союзников, конечно же. Мы... почему я люблю играть за охранника? Потому что можно с самого начала душить SCP с помощью нашего крутого оружия. Так, главное это патрончики. Хилка. Все, а теперь можно, собственно, с патронами кошмарить SCP. Главное это, чтобы скромника не было, потому что со скромником... Собака есть. Псина, вот там, псина! Огонь по псине, давай. О, назад. В лифты. Ай, блин.
Ладно, я брошу. Я тоже брошу, я тоже брошу. Ой-ой-ой. Хорош. Попали флешкой! Ни хрена не вижу, бляха-муха. Я... О, здравствуйте. Свяжи Дэшку, все. Там Дэшка уехала, походу. А, нет, не уехала. Связывай их, давай. Назад! Нафиг Дэшку. Все, бегите, я задержу. Удачи тебе там с собакой. Тут Дэшка, с той стороны чекпоинта. С той стороны чекпоинта, Дэшка, если сбежит, проиграешь. Ну ладно. Как хочешь, чел. Чел ты, конечно, да. Чел ты, тебе нужно Дэшек в первую очередь убивать. А потом уже охранников. А, или ты обиделся, что я по тебе стрелял? Ну я по тебе еще постреляю. Опа. А, все, хорошо. Так, лицом к стене. Так, тут дэшки, убивай дэшек. Сзади дэшки, дурак. Оп, и чё? А дальше чё? Какие дальше намерения? Санёк. Так, это я тебя связал или нет? А, это охранник связал. Не-не-не. Заходи. Тут дэшка вооружённая! Закрываем! Ё-моё! Так, стоять. Вот это я вовремя закрыл, чуваки. Охренеть. Так, там собака. Ой, не. Зачем ты это сделал? Дядя, не надо! Да вы издеваетесь. Да все, не догнал, чел. Уже надо было раньше. Уже опоздали, чуваки, уже опоздали. Мне бы как-нибудь сбежать, но на чекпоинт я не пойду, потому что там могут быть лифты не вызваны. Ошибка. Ой, критическая ошибка. Не закрывай двери! Беги! Нормально. Я буду закрывать. Беги вперед, я буду закрывать. Давай. Нет. Налево надо. У меня помины не было. Нормально, они не успевают. И сейчас, смотри, я тебя на чекпоинт проведу и их отвлеку, понял? Я закрываю дверь. Смотри, чекпоинт налево. Живи, брат. Откуда тут Дэшка, ё-моё? Я спас учёного. Какой там ученый, я не помню. Они стоят возле оружейки. Ну только собака за ним погналась. А какой там ученый был? Все, сбежал ученый. Ну, чуваки, моя миссия — это помочь ученым. Ученый сбежал от SCP, я, в принципе, доволен.